Всех приветствуем. Сегодня 22 мая 2022 года. Ночью около 2:30 утра или 2:30 ночи слышны были три взрыва. Громкие такие. На третьем аж сработала сигнализация во дворах. Где это было, ну я не знаю, смотрел по новостям. Никто ничего не пишет, нигде ничего не объявляли. Но я думаю, позже скажут. Будет интересно, тоже сами посмотрите, покопайтесь. Ну, взрывы же были громкие, что аж на третьем сработала сигнализация в машинах во дворах, как бы от первого я аж проснулся. В общем, посмотрите по новостям, почитайте, я думаю, что в течение дня скажут. Все, всем спасибо за просмотр, хорошего дня, бережите себя, все будет доброе.